Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард. Продолжаем проходить Dragon Age Инквизицию. И все мои ребята сделали задание, как вы понимаете, я уже сижу записываю в совершенно другой день. Так вот, я думаю добраться до лагеря, отправиться туда, посмотреть задание и снова потом сюда вернуться. Примерно это я хочу сотворить, ну а пока нам нужно убить засранцев. Просто убить их. Но чтобы это сделать, нам придется приложить нехилые такие усилия, потому что эти враги реально сильные. Эта локация дает нам в щи. Так, это я его спереди спецом так бью, а сейчас будет со спины. На-на, промазал. На-на, получил. Давайте, давайте, бейте щитовика. Чё все я-то? Почему его ядом не квадцет? А вот, по 36 идет. Получил, да? Так, и тут еще маг живых остался. А, ну, молодец, Блэквол. Завалил его. Так, пирофит. Ну, 4 баночки. Там какая-то бумажка. Вы уверены, что я тут пройду? Потому что там есть некая добыча. Так, всем стоять. Я выхожу вперед. Я... О! Да. Это не так-то просто. Хотя, довольно просто. Бегу, хорошо. Придержался. Улучшенный пояс защиты от электричества. Ну, не знаю, то ли это чего хотел я. А, ну все, вот здесь остались. Ну как, а он сам доберется оттуда сюда? Я думаю, почему-то, что нет. Короче, он просто телепортировался. Дорогая Алина, письмо домой. До тебя доходили новости о войне? Говорят, скоро она расползется по всему Орлею. Шахты скоро закроют. Никому не хочется оказаться между двух огней. У меня тут все складно выходило. Много денег платили. Еще год или два мог бы вернуться домой и жениться. А теперь из-за войны все на смарку. Останусь здесь, пока могу. Не жди меня. Уезжай, как только сможешь. Надеюсь, в Мансимаре и других городах будет стража, будет ополчение. Какой-никакой мир. Твой брат Жан. Понятно. Опа. Главное упасть. Так, ну, 3 зелья здоровья. Довольно много еще нужно пройти. Посмотрите, вот тут у нас последний был сторожевой утес. Буквально вот 12 зелий здоровья от этого лагеря до этого тратится, и от этого до этого. То есть расстояния небольшие. В принципе, если бы здесь была точка, я бы за 12 зелий, конечно, добрался, но... Как вы понимаете, не очень это возможно. Так, командир вольных граждан себе подумал, захотел усадьбу. Я думаю добраться чисто до сейва. Мимо усадьбы, а в усадьбу прийти потом. Тут вы сами понимаете, что это зависит не только от меня, но и от врагов, которые будут на пути. Так, лучника того дальнего надо сразу убить. Все, отлично, теперь этот. Давай, засранец. Хочешь подраться, я дам тебе драки. Нет, 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 это другой, вот этот вот. Самый сильный выстрел. 774 дамага. Он сблокировал все мои выстрелы. Это видели вообще? Да, эти ребята знают толк в битвах. Средний арсианский доспех. Так, выпей. Да. Ну, сколько я прошел вообще? Пулечку какую-то. Я серьезно думаю сейчас запрыгнуть на коняшку. И просто на скорости добраться до лагеря. Иначе у нас будут большие проблемы. Да, у меня есть, конечно, вот эта вот штучка, метка разрыва. Так, а здесь, наверное, очередная метка от церковников, которые здесь прошли и статуи поставили.
Милость Андраста. Эльфы повинны в величайшем грехе в том, что отвернулись от Создателя, но мы проявим к ним милость, ибо этому учит нас Андрасты. Исповеди сестры Амити посвящена поход на Долу. Как я ногой на лавочку привстал. Там опять враги, ты посмотри. Пожалуй, мы не будем с ними драться, да? Да чтоб вас! Давай, давай, давай! Пытался со спины к нему подойти, но не получилось немножко. Так, приказы. Слыхали, сестра Коста погибла. Удивительно еще, что столько продержала. Слишком мягкотела была. К несчастью, с ней мы потеряли и крыс, которые собирались отправить в Сулидин. Надо не допустить, чтобы такое повторилось. Понятно. Ну, помните, мы с вами записку женщины находили, которая говорила, что может, типа, ну не стоит прям на всех уж нападать. И в итоге она погибла. Я даже не удивлюсь, если ее убили. Тут у нас что за квест? Тогда я сохранюсь, а потом уже только спрыгну. Чей-то труп? Выясните, как упала. Ну, типа не так, чтобы здесь есть откуда падать. А я теперь в воде, да, и не смогу никак. Прекрасно. По-моему, единственный подъем это вот там через тех чуваков. А, нет, нет, нет. Нормально, тут поднимемся. Реально, пока эта локация для нас такая жесткая. Не хочу на рожон лезть. А там что-то крепость. Блин, вроде и припасы, и все. Может там люди? Ну типа. Ага, сейчас. Кто это вообще такой здоровый? Командир Дюэйм. 21 тысяча. Сильный враг. Ладно, командир Дюэм, мы тебя завалим попозже. Сильно позже. А ну да, у нас как раз и задание есть. Все, бежим в лагерь. Он где-то на горе, наверное. Лестница Бриатаса. Там разрыв уже открылся. Сразу сейчас как раз в этом на базе на свои на задание на новое отправим людей. Давай, давай, давай. Оп. Да ладно. Еще одна. Ой. Сколько тут всего плохого. Так, ну хорошо. Главное, что мы добрались до лагеря. И теперь можно со спокойной душой отправляться в Скайхолд. Угу.
Так, хорошо. Такс. Все, я в Скайхолде. Можно, кстати, даже будет немножко отвлечься на другую миссию, связанную с Жозефиной. И потом обратно вернуться туда, к эльфам. Ну, на эльфийскую территорию. Тут все еще, кстати, не заделали стены. Ну, вряд ли у нас там пойдет дракон через эту стену. Представляю, через 40 минут. На нас нападает дракон. Обороняйтесь как можете. Итак, дорогая Лилиана, ваш друг автор поистине загадка, все, что о нем известно, это цепочка счетов в других странах, денежный след ведет из Антивы в Твинтер, потом вольную марку, потом в Орле, и кто-то хорошо заметал следы, но все-таки не идеально. Ваш писатель в Кирквале, и помните, с вас услуга. Вот, Варик, теперь ты знаешь, где писатель. В поисках писаки. Так, Рюшечка, во-первых, в порочный добродетель ты играешь так себе, во-вторых, след того Беленфорта в Кирполе что-то мне откопал, начинает подавать надежды. Я попросил знакомый редактора оглядеться на главном обществе, так что ей все рассказывает, добровольно или нет. Нашла на того беднягу, что таскал рукописи из города, и вот тут начинается странно. Курьер не абы кто, судья лорд Вернер Камбринг, общество его за полквартала обходит, не перекинешься ли с ним советчиком другим ради меня? Так, судья курьер наверняка он замешан в чем-то еще. Хорошо. Давай, Лилиана, разберись, смотрим так, по другим заданиям. It was unusual. Is he always so blunt? Yes. Так, Моврон прибыл. Моврон со своим кланом отправился в долину Безмолвия, чтобы обосноваться там, где еще никто не предъявлял прав на землю. Когда они ушли в сторону от Имперского тракта, их стало трудно выследить. Мы понятия не имеем, где они сейчас находятся. Супер просто. Сопротивление в Твинтере. Наша открытая поддержка магистра тела не принесла ей хорошие и плохие результаты. Империя смотрит на инквизицию с презрением, в основном за религиозных взглядов на вестника Анраста, но вот к нашей растущей власти она не относится с уважением. Магистр тела не передает благодарности и говорит, что ее противники пока отступили. Также она шлет некоторые материалы, которые будут использованы по вашему усмотрению. И карастианский конфет, который вы сможете вырвать у меня разве что силой. Жозефина. Я не отдам вам эти конфеты. Хорошо. Так, следует лабораторию. Опаньки. Как я понимаю, во тьме наш горемычный лорд таки опозорился, а ужины без света также тут же вошли в моду. Заслуга ли это рыжей Дженни? Орлей такой, орлей. Хорошо. Ресурсы. Исследование физических руин. Так, тут растет эмбриум. Точно, помните, я хотел эльфийский корень поискать? Где его может быть больше всего? Бурая трясина. Растут кровавый рассветный лотос. Ноуп. Внутренние земли. Эльфийский корень и оникс. Давай, Жозефина. 10 минут всего лишь. Нормально. Так, слухи о Малификаре. Сыновление. А, ну это просто денежки нам дадут. Не-не-не. Мы уже все слышали, что в лесу вендинг магии крови. Инквизиция контролирует храмовников, так ведь, значит, это ваша ответственность. Томас Финчер, владелец и хозяин мануфактуры Финчера. А, к письму приложена записка. Калин, мне пришло несколько жалоб от торговцев. Их никто не смог проверить. Через эти края пролегает крупный торговый путь между Денриумом и цветущим ныне Амарантайном. Если наши храмовники разрешат проблему, Эрла Марантайна сочтет это лично уступит Жозефина. На магию крови следует реагировать быстро и решительно. Храмовник справится. Хорошо, я в вас верю. Все, больше задания мы никакие делать не можем, да? Да. Все, хорошо. Всем спасибо, что собрались.
Давайте его все-таки выполним, квест Жозефины. Потому что он терпит промедление. Злой рок. Так, на праздник. Пожалуй, я с собой возьму Дориана. Пожалуй, я с собой возьму Блэквелла. Ну и лучше всех для праздника подойдет Железный Бык, конечно же. Твердить. Мы за Жозефину горой встанем. Thank you for seeing me in private, Minister Belise. I chastise you for taking me from the party, Inquisitor, but the Marquis throws such dull affairs, it's hardly worth it. I assume you wish to discuss your petition to elevate these Duparaquets to a minor lordship. Tell me, why should I allow you to pollute the Orlesian nobility any further than it's already been muddled? The Duparaquets used to be noble. You'd be restoring an old house of Orlais. Restoring it far too late. What are the Duparaquets now? Traders? Farmers? Really, it is too much. The very thought causes me pain. What can you possibly provide that will make your petition worth my effort? Ha, lol. Perhaps the services of some of the best trained soldiers in Orlais. Normally, I wouldn't be interested, but I would enjoy not having to beg Gaspard for Chevalier. For a man who loathes the game, he has an extraordinarily sharp memory for favors. Mm-hmm. Very well, Inquisitor. Should you fulfill this bargain, I shall raise the Duparaquets into lordship. Ночь любви. А если на ваше издово животное напали и у него кончили здоровье, оно вас сбросит. Круто. Купить животное за 2500, там или за сколько дорогие стоят. И оно меня просто сбросит при первой возможности сбежать. Так, ну и что? А, видимо, у нас какое-то новое там задание появилось, да? По этому поводу. Так. Поговорите с Жозефиной. Must return to Valrayo to see that everything is in order. Please join me when you can. Хорошо. Но мы же только что оттуда. Вперед. Как раз там пока наши задания делаются. Так, Дориан. Не знаю, нужны ли нам прям войны, но нам вроде как предлагают их взять, поэтому я их беру. Кстати, вроде бы парочка вещей есть на продажу. Так. Кольчуга авангарда. Шляпа лисянского мага. Всякие поясы, кольца, амулеты. Ничем этим пользоваться не буду, скорее всего. Так, ценности. Хорошо. Тикс. Ну и теперь отправляемся к самой Жозефине. Я думаю, что это то задание с Вариком по поводу поиска автора книг, который там против Варика, скажем так, выступает, тоже приведет к какому-то квесту, который мы именно так будем выполнять вживую.
Не на бумаге. I received a letter from the House of Repose, Your Worship. They acknowledge their contract is null and void. There is no longer a price on my life. Шикарно. I'm glad you don't have to live your life looking over your shoulder anymore. I regret we were forced to deal with them. That you were endangered by my part in the game. Красивый вид. Did I ever mention I used to be a bard? You were a singer. Bards entertain the Orlesian courts. They sing, play music, make charming conversation, and spy. Many young nobles put on a mask and practice playing the game in such a fashion. What made you interested in becoming a bard? I was attending a university in Valroyo when I learned about bards. There was such an air of romance about them. Stories of secrets, trysts, and fascinating people. A group of us, young gentry from Antiva, decided this exciting life was for us. I don't imagine many firstborn heirs join those ranks. No. I was a rather foolish exception. During one particular intrigue, I encountered a bard sent to kill my patron. We fought. Or perhaps scrapped is the better word. Both of us terrified. We were at the top of a steep flight of stairs. The other bard threw a knife, and I pushed him away from me. You can imagine the result. You were only defending yourself. But it was such a waste, Inquisitor. When I took off his mask, I knew him. We'd attended parties together. If I'd stopped to reason, if I'd used my voice instead of scuffling like a common thug, I'll always wonder who that young man would have grown into. Да уж. He seemed willing enough to murder you for the game. Perhaps. I feel I'm the last to judge whether or not he would have actually used the blade. In all the commotion, forgive me, I don't believe I ever thanked you for helping me with this. Ох, какие варианты есть. Так, этим-то спасать семью-то нужно убиться и не нужно. I'd do it again in a heartbeat. Such a gracious woman. И вот, казалось бы, ничего любовного в этой реплике нет, да? Such talk. I'm quite overcome. Should I stop? Oh, no. I mean, yes. I meant, no, I don't... Well, if you meant to draw a blush to my cheeks, you've completely succeeded. Let's return to Skyhold before anyone notices. Не, ну вот серьезно, я просто теплыми словами сказал ей, почему мы ей помогли, и что ей не стоит как-то переживать из-за того, что я во все это врубился. А BioWare расценивает это как любовный диалог. Окей. Так, ну все, хорошо. Теперь она в безопасности. Одним делом меньше. Так, 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 так. В Скайхолде там, наверное, еще не... Скрипт регистрации. Запрет на Азис. Тоже что за территория? Священная равнина. Изумрудные могилы. Вот тут и дух, по-моему. И... Незаконченные дела Кассандры. Ищи услугу для чародейки на этой карте. А в Бурой трясине мы еще что-то связанное со стражем не нашли. Ладно, давайте отправимся сюда. Усадьба. Свечка. А, ну вот тут есть Жеплер Вольный, которого нужно убить. Понятно. Поехали. Так, нам нужно вот сюда. Там что-то появилось, я не успел даже прочитать. А тут сейчас, да, не покажут. Ну ладно. Еще лагерь. А где же задание Кассандры?
Железный мерцавец. Так, в документах, найденных в лагере Коста, упоминается шевале по имени Агюст, работающий на вольных граждан. В последний раз увидели в Арагоновой лачуге. В Арагоновой лачуге на изумрудных могилах. В Арагорновой. Блин, еще бы в Арагорновой сказал, действительно. Not now. Я спешу. Кстати, по-моему, в доспехе реально отражается то, что здесь рядом находится. Когда мы там у воды стояли с Жозефиной, был виден берег, лодки в отражении. То есть, ну, типа, по-честному все. Прикольно. Путь Андраста был сложен, как и наш путь, но мы не дрогнули, как не дрогнула и она. И мы будем за это вознаграждены, как была вознаграждена она. Так, Дориан. Вот меня все время смущает, что ты как бы электрический маг, конечно. У тебя есть магия огня одна. У тебя есть одна вот эта магия. Было бы реально прикольно, если бы он все вот эти возможности как бы логично использовал. Опаньки. Сколько их тут? О, неплохо все в него влетело магия-то. Погнали. Давай. Давай. Вот, уроним его и теперь будем бить. А ты хотел честного боя, засранец. Иди сюда. Чтоб меня подбросило, разрыло. Сколько их тут? Стопэ. Так. Что я могу с тобой делать? Ну-ка. Руну поставить можно. Там как раз эти... Блин, они уже ушли. Очень-очень не вовремя. Мочи давай! Здоровячок. О, это чувак в руну попал. Лол. В принципе, мы еще даже не вошли внутрь, но у нас уже 4 банки осталось, так что я даже не знаю. Стойте. Пусть они сами к нам придут. А теперь атакуйте. Там, правда, здоровяк придет, скорее всего. Ставлю руну, если кто-то будет подходить, он заморозится. У нас будет какое-то преимущество небольшое.
Не-не-не, не вихрь. Сначала лучше это. А потом вали этого говнюка в слоу-моушене. Че, you like it, да? You like it? Like it, Вести. Пей скорее. Давай, раздай там. Влетай, короче. Так-то лучше. Ну, последнюю хилочку, наверное, не буду я использовать так. Спонтанно. А вообще, наверное, стоило бы, да. Блин, это мужика еще... Все, один Блэквелл остался. Уходим. Что, ребята, нам раздали. Так, а лагерь-то где? Лагерь-то, кстати, далековато. И ни у кого даже, в принципе, нечем лечиться, кроме тебя, Дориан. Так, ну хорошо. Ну, серьезно, мы туда зайдем, сейчас по одному удару получим и все, умрем. Ладно, пусть хоть чуть-чуть подерутся. Совсем чуть-чуть. Ну, вы поняли, да? Давай, шевалье, дохни уже. Реально, там хоть что-нибудь вообще в него уходит, нет? По-моему, нет. Давай, Дориан, отойдем маленько. Нам не к спеху, мы его почти убили, все там у него осталось уже. Просыпайтесь, давайте. Так, готовы? Теперь осталось мелких завалить. Если они нас первыми не завалят. В принципе, там у нас есть... Сами знаете кто. У него есть броня. Все, блин, как плохо-то. Я думал, это мой стоит. Твою налево. Ну, мы же его убили. Ладно, ладно. Будет у меня больше банок, конечно. Стоп, нас тут сохранили, он мертв. Скажите мне, что главарь мертв. Стоит, и сколько у него? А, ну, тогда же лучше, наверное. Давай, иди сюда. Никто не хочет со мной там подраться, может? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Залетаем, мужики.
А, все, Дориана больше нет. Небольшая беда, я вам скажу. Один на один, давай! Давай! Просто лол. Я ведь могу просто вернуться в лагерь, прибежать сюда с полным здоровьем и все, и всем раздать. Но, блин, нет, я буду сюда идти, да, конечно, я же смертник. Сам ты, сам, как назвал нас, вот ты тот и есть. И они опять пошли там умирать. Так, Дориан, лучше уйти. Лучше уйти. Особая Дориа. Так, танки бархат берем, отходим чуть-чуть. Все, все появились. Ну, уж одного-то там, или сколько их там, двое или... Ну, по-моему, нет, двое все-таки. Мы уже всех убили. Отлично. Ну, с первой попытки, конечно, сохраниться пока еще нельзя. Ага, это где-то там за стенкой. Я думал, что наоборот тут. Смотри, прям вообще-вообще за стенкой. Я прекрасно знаю, как пишется это слово, этот разлив выражает мое желание, чтобы нынешний урожай домороченных нахалов взял и исчез. Предпочитаю зеленую фею манерности и жеманства и надел Эмеритус Гайвон. Тедоски бутылки цент. Нам показывают одного врага. Совсем что ли уже? Заломали пацана втроем. Теперь-то я могу сохраниться. Так, давайте доисследуем эту мини-крепость. Быстро же эта мини-крепость кончилась. Так, ну я там еще одну часть не смотрел. Письмо сэра Эгюста. Эгюст, позволь напомнить, никто из нас толком не понимает эти языческие письмена. Продвигаемся так быстро, как выходит. Добавлю, что многим нашим людям все это в целом очень не нравится. Слыхал про эльфийские проклятия? Надеюсь, это твое оружие стоит таких стараний. Гаэль. А, это моя метка звучит. Так, ну а вроде бы все. Тут выход. Понятно. Вот здесь вот он прогуливался, я еще издалека увидел, так думаю. Угу. Так, ну что, мы завалили их. Это, в принципе, небольшое достижение с третьей попытки.
понубил я, конечно, не буду скрывать, но... Так, мне нужно теперь... Заявки. Эльфийский корень. Я просто боюсь сейчас сделать зелье, не выполнив заявку. Ну, типа, хотя бы по одной такой надо всем накинуть. У Дориана две, Блэквеллу одну. Вивьен, Солос, Арик, Железный Бэк одну. Вот так. И там, кстати, по третьей ячейке у всех открылось. Точно. Так, тогда... Кроволотс. А вот эльфийский корень для каменного доспеха, ну... Бутыль с пчелами всем накидаю, или может сразу мертвеца. Чтобы травить засранцев. А, нет, нет, лириумное зелье, скорее всего. И лириумное зелье делается из эльфийского корня. Я не понимаю немного логики, конечно. Вивьен. Стымак, лириумное зелье. Солос. Зелье восстановления, потом лириумное. Варик. Пчел. Нет, лучше будет яд. Все. Ну что ж, на этом серию это завершим с вами. Продолжим уже следующий. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр и счастливо.